Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про ситуацию, которая сейчас происходит в World of Tanks. Поэтому было создано такое вот замечательное кликбейтное название. Оно, конечно, только отчасти кликбейтное, но все это не просто так. Количество подписчиков на канале растет. Да и стареньким зрителям моего канала тоже нужно напомнить о том, что очень часто хотят забрать ваши аккаунты, украсть, взломать, ради того, чтобы наживиться на ваших аккаунтах и заработать бабла. Поскольку, грубо говоря, я как ваш лидер и вас оберегаю, считаю должным создать такое название, чтобы как можно больше людей увидело и поняло, что сейчас происходит и как уберегти себя и свой аккаунт. Как бы мы сильно не горели от картошки, если мы потеряем свой аккаунт, мы не сможем не удалить свой аккаунт сами, если она нам надоела, не поиграть в картошку, когда у нас жопа остынет, не просто поиграть в картошку, если она нам до сих пор нравится. Мы ничего не сможем сделать, если потеряем свой аккаунт. Буквально сегодня мне пришло такое замечательное сообщение в картошке, в личные сообщения с какого-то там ника. Мне написали типа, вот ты участвуешь в подставушках и какая-то ссылка. Сразу понял, что ссылка это не к добру. Я скопировал эту ссылку, вставил в браузер, чего уже нельзя было делать, это уже ошибка. И если вам кто-то скинет ссылку в картошке, да где угодно, куда-то перейти, вообще в принципе в интернете, если это не ваш близкий друг, то никогда никуда не переходите и не вводите, потом, перейдя по этой ссылке, никаких личных своих данных. Я когда в браузере вставил эту ссылку, сразу понял, что это кидалово. Потому что вроде как написано, что это вот Replays, якобы сайт с реплеями. Но на самом деле уже сразу я понял, что после вот Replays, после точки, идет неправильное окончание. Я перешел на сайт вот Replays, на настоящий, сравнил по буквам, что там написано, и сразу понял, что это неправильный сайт, это подставной сайт, который сразу просит, чтобы вы ввели свои личные данные. И после того, как вы введете свои личные данные, скорее всего, у вас украдут аккаунт. Даже, возможно, до того, как вы что-то сделаете, что-то может произойти плохое, поэтому лучше вообще эту ссылку не копировать, никуда не вставлять и ни на какие сайты не переходить. Если вам кто-то скидывает подобные сообщения, перейти куда-то там по ссылке, в картошке, причем даже может быть известный ник вам писать, даже какой-нибудь стример вам может написать. Такое иногда бывало, что кого-то взламывали и с его аккаунта рассылали кучу сообщений остальным известным людям в танковом сообществе или неизвестным. В общем, если вам какие-то ссылки подозрительные приходят, никогда в жизни по ним не переходите и никогда в жизни не вводите свои личные данные ни на каких сайтах, кроме одного официального сайта World of Tanks. Также есть еще официальный сайт VGMods, там можно скачать модики. Все, больше никакие сайты вам не нужны по картошке вообще никогда, потому что вы потеряете свой аккаунт и не сможете вообще ничего больше делать в картошке. Ну, кроме как создать новый аккаунт, чтобы опять его прокачать для кого-то, кто наварится на вашем аккаунте. Так что будьте внимательны. Такие видео очень редко когда-то кто-то оперативно делает, да и в принципе редко когда увидишь на танковом ютубе, чтобы кто-то про вас побеспокоился лишний раз. Поэтому я вас предупреждаю, что везде вас хотят обмануть. Никуда свои личные данные не вводите и никому их не давайте. Рано или поздно, если про ваш логин и пароль знает много людей, кто-нибудь куда-нибудь еще дальше расскажет его, и его украдут. Поэтому поменяйте себе пароль, обязательно привяжите свой аккаунт к телефону для того, чтобы на всякий случай его можно было восстановить, и регулярно меняйте пароль. Причем пароль должен быть жесткий, а не 123, Леша, Петя, Вася, 456. Сегодня в нашем клане очень много кому тоже пришло такое же сообщение с других ников, и то же самое было написано: ты участвуешь в подставухах и ссылочка. То есть это идет сейчас масштабная рассылка сообщений, и кто-то по-любому на это поведется и потеряет свой аккаунт.
и дальше не факт, что у него получится восстановить его. Поэтому берегите свой аккаунт, следите за ним, не подключайте в личном кабинете привязку к социальным сетям. Вам нужно привязать только телефон и, если есть возможность, второй фактор защиты. Следите за своим аккаунтом, крепкого вам здоровья, играйте красиво, всем пока!